Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики! Сегодня будем готовить очень интересные пирожки-малышки. Такие как слоеные, вкусные, будут таять во рту. Маленькие, на два укуса, на укусы, на фуршет подойдут. И на новогодний стол. Делаются очень быстро, тесто прекрасное, с ним легко работать. Так что давайте приступим к приготовлению пирожков. Для пирожков понадобится 3,5 стакана муки, отмерила. Может больше немного, может меньше. Понемногу будем добавлять. Стакан молока, пол чайной ложки соли, 30 грамм свежих дрожжей или 11 грамм сухих дрожжей. Столовая ложка сахара, 200 грамм масла. Молоко подогрело, градусов 30, тепленькое. Разведем дрожжи. Дрожжи развелись, добавляем сахар, столовая ложка, пол чайной ложки соли. Теперь будем понемногу добавлять муку, замешивать тесто. Я просеиваю всегда. Я буду машиной мешать. Нет машины. Руками обыкновенное тесто замешиваем, мягенькое. Теперь в тесто вливаем растопленное сливочное масло. Оно уже остыло, тепленькое. Еще мешаем. Я подготовила фарш. У меня был ливер, как-то я делала, замороженный. Сварила картошки немного, луку зажарила. И вот такой фарш у меня. Картошка, ливер или мясо берите, или сладкую начинку. Начинка любая, ваша любимая. Вот такое тесто получается. Видите, мягенькое. Тесто не должно подходить. Сразу мы будем работать с ним. Тесто делим на 6 частей. Я этой штучкой возьму, а то ножом прорезаю коврик. Жалко коврик. На 6 частей. Теперь берем одну часть и раскатываем. Желательно в прямоугольник. 50 на 30. Ну, сюда длиннее, тут 30. Как у вас уже получится. Вот, выложила начинку таким валиком в начале пласта. По длинной части. Теперь заворачиваем в рулет просто. Раскатывали тонко. Краюшки залепить. Ладонью распиливаем. Вот так. Раз и есть. Пирожок. Тут склеили. Тут у нас склеено. Опять подпыляем ладонь. Формируем, он здесь склеивается, пирожок. Есть. Вот такие, как пончики. Подпыляем. Прижали, как отрезался. Все. Видите, он тут склеивается сразу. Вот для красоты вот так можно. Вторую начинку я взяла сладенькую. У меня яблоки. Начинку я делала видео, замораживала. Я из яблок делала начинку. Немного крахмалом, чтобы она не стремилась вытекать. Скручиваем. Дальше опять та же процедура. Пирожки укладываем на противень застеленный. У кого чем. У меня, например, я показывала, купила коврик, его не смазывать, ничего не надо. Многоразовый, спрашивали, одноразовый, многоразовый. Постирала, вернее, помыла. Жирные пятна то на нем не отстирались, вот видите, пятна есть. Пирожки смажу яйцом и в духовку. Расстойку им не надо, сразу делается все. Смазала пирожки в духовку. Где-то минут 25-30 до зарумянивания. Духовка около 200 градусов. Не делайте слишком большую температуру. Вытянула первую порцию пирожков. Их много получается. Вот такие бомбочки быстренько делаются. 30 минут выпекались. Вот такие получились пирожки. Смотрите, какой размер у них. Вот. На раз большой рот, раз укусить. Меньший, два раза. Такие мягенькие. Осталось только попробовать пирожки.
Ну, нет слов. Прекрасные, мягенькие, хорошенькие такие пирожочки. Как я говорю, на один укус. Очень вкусные, советую, делаются быстро. Начинка любая. Вот с яблочком то немного вылезла. Редковатая начинка, но это не страшно. Хотя тут есть и с яблоком, и хорошие. Советую. Рецепт будет под видео. Заходите на мой канал, смотрите новые видео. Нравятся видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Готовьте. Не бойтесь теста этого. Смело готовьте, с хорошим настроением. И у вас всегда все получится. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч!